Приветствую вас, друзья. Ну что ж, сегодня у нас будет необычная такая распаковочка. У нас товар пришел не из Китая, а русский магазин, довольно-таки интересный. Называется Мойчай.ру. Сейчас я вам все покажу, что здесь пришло. Как бы, кто состоит в группе ВКонтакте, видел уже, наверное, этот заказ. Я скидывал его. Опа, давайте сейчас откроем и все по порядку расскажу, объясню. Так, ну вот так вот это все дело упаковано. Давайте я на пол, наверное, уберу и будем доставать по одному предмету и смотреть. Небольшая вставочка, ребят. Как вы помните, в прошлом ролике я говорил, что возможен будет розыгрыш. И да, я списался с представителем магазина Мойчай.ру и договорился насчет розыгрыша. Магазин предоставит нам 1000 рублей на любую покупку с магазина. Участвовать могут все страны СНГ и жители России. Также там небольшие условия: написать комментарий «участвую», быть подписанными на мой канал, на канал Мойчай.ру. Все ссылочки я укажу в описании. Читайте внимательно. Ну и всем приятного просмотра. Первый такой необычненький товар. Ребят, это у нас набор знакомства с чаем. Если вы никогда не пробовали различные чаи, да, это как я, да, ни пуэры, ничего я такое не пил. Тут белый, тут довольно-таки, по-моему, 13 видов чаев. С расфасовкой по 20 грамм, что позволит нам познакомиться с чаем. Вот это заказывал именно для себя, потому что довольно-таки очень интересно. Вот так это все дело выглядит у нас в наборе. Все подписано, все по-русски, да. Способ заваривания, все надо искать, получается, у нас на сайте. Кстати, тут плиточка. Сколько у нас здесь всего? Ой, елки-палки. А ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Даже больше, чем было указано на чае. Итак, что у нас здесь входит? Пуэр прессованный. Кстати, сайт довольно-таки интересный, потому что на каждый чай можно, то есть, найти это, различные граммовки взять, способы заваривания, комментарии, просто отлично все описывается. Я так почитал, мне понравилось. Скажу вам так, я как-то пробовал с Алиэкспресса заказать пару раз чаи, вот эти прессованные горошки. Так ничего мне ни разу не пришло. Красный чай. Шупуэр с горы. Зеленый чай, красный чай, улун. Короче, это все дело я буду с удовольствием, наверное, пробовать, угощать друзей. Блин, ну, упаковано все отлично, мне нравится. Так, давайте это в стороночку. Также есть различные знакомства с чаем. То есть я выбрал, как бы, получается, по оценке всех людей, что со всеми чаями. Можно также купить пакет, ознакомиться с зеленым чаем, потом с пуэрами и еще различными. Следующее. Мешок для того, чтобы не побилось, да? Угу. Вот такой вот пуэр. Цены, да, я все укажу. Доставка была одна, но тоже поставлю, это где-то дней 5 все доставило. Выбор доставки тоже различный, там можно подобрать для себя, какой будет удобен. Это я заказывал на презент одному хорошему другу. Это у нас пуэр, нефть юан, 100 грамм. Ну все отлично, как презентик подарить. Хорошо, да, вот так вот это все дело выглядит. Ну, как-нибудь приеду к другу, попробую, что это такое, если угостить чаем. Так. Вот это дело, которое... Да, калмыцкий чай. Вот. Откроем, посмотрим. Блин, взял, ребят, конечно,
не полностью почитав описание. О, вот это все собрать надо. Вот такой кусок. Я не знаю, что здесь. Запах. А, пахнет чаем. Но, как бы прочитал, что это, скажите мне, Северный Кавказ, вот это все чаи, Киргизия, а так как у меня тесть с Южной, ой, какой, блин, с Азии, какая там у нас Азия, Таджикистан, забыл, Восточная, ладно. Суть не к этому. Думал, порадую тесть, а будем заваривать чай. У нас как бы есть традиция, когда жарим мясо, все. Есть у нас кунган, который ставится на мангал. Это все дело в кунгане заваривается. Фоточку покажу, как это примерно выглядит все дело. Но оказывается, Саша, как всегда, описание к чаю не прочитал. Да, цена даже указана здесь. 116 рублей стоит 100 грамм. Угу, все классно. Оказывается, этот чай надо заваривать с молоком, с лаврушкой, с перцем, с солью. Короче, такая это, что не знаю, как это пить. Ну и у тестя ненароком, конечно, поспрашивал. Ничего не говоря, что заказывал чай. Короче, этот чай больше подходит у нас к жителям, может, Казахстана, где-то туда ближе. И то не всем, наверное, может, зайдет такое. Но... Ладно, взяли, кому-нибудь подарим или попробуем, может, как-то заварить так. А, следующая штука, вот это я уже заказывал для себя. Это у нас крымские сушеные ягоды, здесь должен у нас шиповник быть. Кстати, все написано, состав: рябина черноплодная, боярышник, шиповник и кизил. Также здесь все, в принципе, написано, способ приготовления. Это уже хорошо, кстати, и на тех чаях. Я не прочитал. Есть способ приготовления? Нет, способа приготовления нету, но это, в принципе, все есть на сайте. Давайте посмотрим, как это дело выглядит. Слушайте, ну, вот он у нас. Шиповник. А как у нас кизил выглядит? Это мелкий? Это явно шиповник. Вот это я не пойму, что за корешки. Блин, ну 20 грамм надо залить в кипяток. Нет. Насыпать 20 грамм вот этих ягод в термос, залить это все кипятком, дать настояться 6-3 часа и, в принципе, можно пить. Это мы обязательно попробуем, потому что я люблю всякие ягодные вкусы. Это мне было интересно. Ну что ж, настоял я немного, часа, сколько, чуть больше 3 часов в термосе. Подержали мы наш шиповник, или как это правильно, ягоды Крыма. Вот так это все дело выглядит красиво. Давайте нальем. Знаете, в чем проблема? Проблема у меня еще в термосе. Как видите, вообще температура еле теплый. Нужен хороший термос, чтобы это все дело прокипятилось, простояло. Но он за 3 часа уже даже остыл. Вроде бы все, я 20 грамм насыпал, пол-литра. Ну, попробуем. Ой, с кислинкой. Отлично. Вкусная вещь, рекомендую. А вот еще у нас тоже, кстати, есть в магазине не только чаи, также есть различный мед, всякие фруктовые батончики. Ну, так как бы фруктовые батончики у меня ребенок не ест, мы покупали, а вот мед жена сказала, надо взять. Так это все дело. Различные сорта меда есть. Брал все необычные, которые сам никогда не пробовал. Интересно попробовать.
Это у нас луговой крем-мед. Вот так вот в баночках, аккуратно. Это у нас гречичный. Башкирия. Республика Башкирия. И вот такой у нас барбарисовый мед. Но он жиденький. Прикольно. Это мы все попробуем. Блин. Знаете какой? Вот этот я обязательно хочу попробовать первый. Давайте сразу здесь попробуем. Ух ты, елки. Ой, а сладкие. Блин. Интересный вкус. Блин, не описать так. Ну, много, очень много сладостей, но это на то и мед. Кстати, у нас где-то, если ехать на Черное море, вот есть у нас поселок Горный, вот такой вот тоже красивый есть мед. Он получается у нас, когда полная была банка, различными орехами заполнены, в виде тут солнышко, наверное, тут у нас тоже. И арахис, и миндаль, и фундук тоже. Прикольный мед. Ну, вот такой вот. Остальные мед, ладно, вот этот чем-то похоже на кленовый, или как его там, жидкий мед. Давайте в сторонку. Ну, любители меда там, я думаю, тоже себе найдут, что выбрать. И последний у нас наборчик будет, за которого, в принципе, я и зашел на этот сайт. Увидел у одного обзорчика распаковку как раз. И этот набор я давно хотел на Алиэкспрессе заказать, пиалушки. Но они там стоят рублей до 200. И опять же, вы знаете нашу почту, как это все может прийти с Китая. А здесь, пожалуйста, вот таком подарочном, в принципе, наборе. Вот такие небольшие пиалушки. Это как на подарок можно, или... Ну, маленькие они тут, 50 миллилитров. И чайник у нас 150. Это у нас фарфор, колотый лед. Есть различные цвета. По-моему, набор выходит 1200 с копейками. Ну, цену смотрите. Это, как я по описанию читал, это какой-то сомик. Ну, красивая штука. Конечно, не знаю, ну, пить нам, наверное, непривычно. У нас как бокал 300 миллилитров чая нафундолил и пьешь. Здесь, конечно, все в мизерных. Но, опять же, даже по традициям, как Средняя Азия, во. Пиалушка никогда не наливается полной, дабы не обидеть гостя. Слушайте, ну классно, мне нравится. Прикольный цвет, вот этот колотый лед. Вот увидел именно этот там набор и решил тоже заказать. Не знаю, скорее всего, пойдет, может, на подарок тесту. Так как он по традиции любит пить чай из пиалушек. Ну, все равно, это дюжи маленькая, это видно, какой-то китайский стиль, японский. Также эти все, в принципе, набор можно приобрести поштучно. Одна пиалушка, по-моему, стоит рублей 114, или нет, чайник, по-моему, рублей 500. Есть без рыбок, он будет чуть-чуть дешевле. Ну, короче, смотрите. Всех с прошедшими майскими, ребят, дел было по горло, не было времени для съемок. Давайте, всем пока!